Всем приветик. Меня вот очень часто спрашивают, возможно ли восстановить братские, ну пусть не братские, хотя бы дружественные отношения между россиянами и украинцами. Ну, после того, что произошло 24 февраля 2022 года, очень я сомневаюсь. Хотя и пришлось пожить и поработать в России долгое время, и жить и работать в Украине почти всю сознательную жизнь. Настроение тут по отношению к своим северным соседям теперь уже как только осталось у нас в отношениях. Очень даже скептические. Зиму без света, лето без воды, с потрощенными крышами, выбитыми стеклами. Такое не прощается. Ну да, мы ж фашисты, нацики. А вы, даже мои родственники из России, 20 или 30 лет ежегодно приезжавшие сюда в Украину отдыхать и покупаться в море. Не замечали, что мы едим своих детей? Вот тож. Это похоже на то, что каждая пятилетка – это шаг к коммунизму и сплетни о загнивающем капитализме. Так что приводите свои мозги потихонечку в порядок и приучайтесь мыслить логически.